Александр Кузьмичев теперь ушел в отставку официально. Решение приняли депутаты городской думы и разработали алгоритм дальнейших действий. Временно исполнять обязанности главы администрации будет Сергей Золкин. Новую кандидатуру будет выбирать специальная комиссия. В ее составе 4 городских парламентария и 4 человека от правительства Ивановской области. В январе определятся с составом комиссии, а уже в феврале будет проведен сам конкурс. По слухам, новую должность пророчит Дмитрию Куликову, начальнику регионального департамента финансов. Есть профессиональный ценз, не менее 3 лет на руководящих должностях в области финансов, права, экономики. Возрастной это, естественно, не моложе 18 лет. И ряд других, гражданин Российской Федерации, преимущественно проживающий, конечно, на территории Ивановской области, ну и так далее.